Ребятушки, всем привет! Как и обещал, у нас будет вот такой вот замечательный суп, вернее крем-суп грибной с крутонами. Прикольно, короче, с гренками. Новинка, первый раз вижу. И давайте. Вот так вот откроем. Ну, выглядит как обычный. Хвалили, должен быть ничего такое. Прошло у нас буквально 2 минуты. Я вижу уже зеленушку. Сами сухарики. И запах тоже, в принципе, неплохой. И это реально крем-суп. Потому что он такой... Я даже воды не пожалел, но нужно было немножко меньше. Вообще, это заваривается в... как обычная горячая кружка. Давайте вот эту гренку хочу. Оп. Пробую. Реально такое видно, что крем. Это круче, чем были всякие там разные производители, типа Мивины. Да даже у Роутона, по-моему, что-то поменялось. Потому что, ну, он реально... густой, именно отдает хорошими гренками и грибами. И зелень, это скорее всего петрушка сухая. Неплохо, друзья, увидите, покупайте. Мне понравился. Куплю еще штучек 5 и буду наслаждаться. Ставь лайк, подписывайся. Все будет самое интересное скоро на канале. Всем пока. Ну что, пора прощаться. Следующий ролик уже совсем скоро. Сейчас самое время спуститься и почитать комментарии. Кто не поставил колокольчик и не включил уведомления, может остаться без нового ролика. Я предупредил. Пока.